Коммуникации между властью и обществом улучшаются на разных уровнях. В Махачкале Центр управления регионом Дагестана организовал семинар по развитию госпабликов. Его участниками стали ответственные за ведение соцсетей подведомственных организаций Минспорта Республики. Для обучения был приглашен куратор по продвижению организации «Диалог региона» Олег Сысоев. Он разработал механизмы активизации сообществ ВКонтакте и набора аудитории в Телеграм. 8-й федеральный закон требует создания, ведения и оформления госпабликов в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники. Если раньше это было желание руководителей соответствовать требованиям времени, то сегодня это обязанность.